Уважаемые грузичане, сегодня День защитника Отечества, и мы вспоминаем в этот день нашу историю, борьбы за свободу, независимость, территориальную целостность нашей страны. Она все века нашей истории, они пронизаны вот этими событиями, да, и при этом мы вспоминаем, конечно, такие знаковые даты, знаковые битвы, когда страну нашу, наш народ припирало к стенке, и другого варианта, кроме выстоять и победить, у нас не было. Это так было и на Ледовом побоище, так было на Куликовском поле, так было под Бородино, так было под Москвой, под Сталинградом, под Курском. Это наша история. Так вот, сегодня мы опять приперты к стенке. Так получилось. И сегодня наш Сталинград – это Донбасс. Сегодня так получилось, что мы опять уперлись лопатками в стену. Дальше отступать некуда. Надо отстаивать свою независимость, надо собирать русские земли, защищать русских людей. В широком смысле русских людей. Людей всех национальностей, которые живут на территории нашей страны. Такая сегодня ситуация. Поэтому, что сказать, во время Испанской войны в 1936 году у испанцев был, у республиканцев был такой лозунг: «Свобода и смерть», по-испански это звучит «Патрия у Мерте». Ну, помирать мы не собираемся, но свобода нам нужна. Поэтому у нас есть свой лозунг, называется «Ни шагу назад». И оттолкнувшись лопатками от той стены, к которой нас приперли, мы пойдем туда, где закончим все вопросы, которые сегодня нам задает история. Как в 45-м году в Берлине закончили. Такая наша жизнь. Такая наша задача. Слава Богу, что сегодня есть чем защищать, кому защищать и что защищать, самое главное. Это важно. Знаете, многие народы, там, страны гордятся своей историей, боевой историей, там, какие-то там вспоминают подвиги и так далее. Мы как бы вот не выпячиваем эту свою историю, потому что больше, чем настрадался русский народ, России, народы России, никто не настрадался. И последнее, чего хотят русские, это войны. Это даже в песне так поется. Но уж если дойдет до вот этого, то победит всегда русский. И это знают все, весь мир это знает. Могут гордиться, могут красоваться, но побеждают русские. Победим в этот раз. Поэтому днем защитника Отечества, кто служил, кто служит, кто будет служить. Наша страна не имеет права быть слабой, не имеет права поддаваться каким-то там вызовам и испытаниям, в испытаниях сдаваться. Мы должны быть героями, мы должны быть победителями. Другого просто нет. Как сказал наш президент, у нас нет другого выбора, кроме выстоять и победить. Выстоим и победим. Днем защитника Отечества! День защитника Отечества. Это дань памяти тем, кто отстаивая Родину, погибли на фронтах Великой Отечественной. Пропали без вести, умерли от рак уже после войны. Кто шел на смерть в Афганистане, в Чечне. Всех тех, кто до конца оставался верен воинскому долгу.
Ха-ха-ха!